Просветительский проект «Югра многовековая» закончил сбор предложений от жителей округа. Напомню, старт ему дала губернатор Наталья Комарова. В следующем году исполнится 825 лет с момента присоединения югорских княжеств к древнерусскому государству. В адрес экспертной группы, в которой вошли представители научной сферы, архивариусы, общественные деятели и сотрудники государственных учреждений, югорчане направили больше 70 различных предложений. От создания скульптурных композиций до реализации больших археологических исследований. Сейчас все предложения анализируются специалистами. Лучшие из них будут включены в план проекта «Югра многовековая».